Привет, моделисты и моделистки. Икей, Crazy Russian, Санек, город Цинциннати, штат Огайо. Классная история есть про Грейтхаунд. Из-за этого я с удовольствием вам расскажу. Персональное, мое личное. Теперь под конец видео я сделаю анонс на следующее видео, что мы будем сделать обзоры. Это будут... как называется точно... Все время у меня... Да. Coil Steel Car. Там перевозят рулоны. То есть у меня их есть три. Я их покажу в конце. И, ребят, напишите, какую вы хотите, чтобы я сделал. Потому что их нужно отправлять уже. Так вот, Greyhound. Эта улыбка всегда меня вызывает. Такой момент еще. Наши 90% моделистов, в основном постоянные покупатели, они делают индустриальные вещи, там мукомольные комбинаты какие-то, заводики, еще шахты, уголек, бетонные заводики и прочее. Вот. Немного делают города. Вот один из наших этих кастомеров делает города. И я лично на этом автобусе из города Цинциннати в 95-м году, да, ребят, давно было дело, переехал к своему корешу почти за 3 дня, ну, 2,5 дня в Сан-Диего. И пытался выехать тоже обратно, но был какой-то шторм мрачный. Автобус поехал вниз на юг, да, чтобы избежать его. И мы застряли в Эль-Пасо. Потом я взял самолет, сел на самолет и улетел в Цинциннати. Уже нужно было возвращаться. Так вот. Если вам интересна эта история, на стримах я могу рассказать. Ну, там прикольно, в автобусе всякие были. Хождение по барам. Ну, в общем, так. Это компания Iconic Replicas. Я не очень знаю. Несколько машинок он покупал. В основном покупают всякую технику. Так, сейчас я вам покажу коробочку. Можете затормозить, почитать, если вам интересно. Про историю. Но вот написано 1980-й, но они в этом, в 95-м году эти автобусы были прям точно такие же. Вот, ну, производство Китая наверняка. И здесь вот куча информации про что к чему. Лого 2020, да? 20-й год, хорошо. Это приклеенное. Да, наверняка, потому что, наверное, меняются. Хотя нет, бумажка, делают коробку под каждую модель. Хм, интересно. Других я раскрасок пока не видел. Сейчас Greyhound современный, он более темные цвета, хотя остальное все практически то же самое. И такие, может быть, немножко модернизированные автобусы есть. Кто первый раз, ребят? Я так открываю все коробки. Потому что если здесь вот не прогибается ничего, потом эти напальничники, разумеется. Тут меня всегда прикалывают с этим, но мне разрешают наши покупатели делать обзоры, так что мне нужно, чтобы была четко моделька оставалась в такой кондиции Нульсон. Так. Такие. Немножко скотч. Я уже модернизировал. Там был более дубовый. Аккуратненько здесь есть вот это вот стекло заднего вида. Зеркало заднего вида. Так, аккуратненько. То же самое с этой стороны, разумеется. Вот. Не будем отпечатков оставлять. Вначале, когда я вынул из коробки, я немножко... Ну, не то чтобы расстроился. Хотя, действительно, вы думаете, что на просвет окна практически затемненные, так и есть. Но впереди очень четко видно, что нет. Там видно интерьер. Да, вот где мои пальцы. Здесь. Да, здесь все четко. Так вот он затемнен. Можно его... модернизировать, я наверняка уверен. Здесь два винта на сборочной, да. Колеса четкие, протекторы нормальные.
Но это немножко wobbling. Это не для катания, разумеется. Такое впечатление, что... Ну, вроде металл, да. Шасси наверняка. Здесь, наверное, все-таки это пластмасска, а шасси металл. Китай? Ну, куда? Без Китая никуда. Антенка классная. Здесь хорошая детализировка. Номера, все надписи очень четкие. Хорошая шелкография, да? Передок. Светодиоды, это не светодиоды, эти paths, как по-русски, да? Короче, нейтрального цвета, да? Transparent. Бесцветные пути для света, световоды, да? Они очень грамотно сделаны. Может быть, переделать фарки, но тем не менее. Сзади все здесь нужно сверлить, если вы делаете свет более... такой крутой. Так, ну еще в основном, в общем, все четко. Надписи, разумеется, здесь все просматриваются прекрасно. Сверху вот здесь вот у них тоже лампочки есть, но, разумеется, здесь это все крашеное. Антенка могла быть, ну, в общем, более-менее, да, так она. Антенка здесь, если в масштабе, наверное, с такой с трубу. Ну, конечно, должна быть поменьше. Вот, грузовые здесь двери. Я делал пересадку. Ну, отдельно расскажу, да. Делал пересадку, сюда мы ставили вещички, потому что мы меняли автобус, да. Вот такой Greyhound. Iconic, да, икона. По-моему, такие же еще бегают, просто они перекрашены, модернизированы, более новые модели, наверное, очень четко. Так, ребята, ну с этим, если какие-то вопросы есть, пока он еще лежит, я могу, если супер что-то вам интересно, могу сделать обзорчик. А теперь анонс на следующий обзор. Вот эти рулоны металла лежат под вот этой внутри... Это крышки сюда их кладут. Я делал уже раньше, но это совершенно новые, только что к нам пришли. CSX мне ближе по душе. Потом есть такой классный оранжевенький. Это что у нас? Нет, пардон. GIGX. Ex-Canadian Pacific. Ну, это кто занимается Канадой, наверное, больше. Пропеллер. Цвет классный. Ну, а вот это вот, не поверите, но это UP. В такой расцветке бледный. Видно, что лого вот здесь. И все. В общем, пишите, какую сделать обзорчик, на какую модельку. Самое большее будет победителем у нас. Будет время, я сделаю на все, скорее всего. Ну, вряд ли. Но времени мало, ребят, потому что... Мне их надо отправлять, если я этого еще не говорил, но повторюсь. Спасибо за поддержку канала. Здесь у нас есть патреончик. Вот здесь. Так, ссылочки внизу в описании. Что еще? Да, наверное, все на сегодня. А, есть membership на основном DCC Train канале. И подписывайтесь на DCC Train Live. Сегодня я начинаю мощные долгие стримы. Две инсталляции. Еще раз, ребят, спасибо за поддержку. До свидания.